поличным пойманы двое организаторов преступного бизнеса и несколько их подельников. Исходные вещества, прекурсоры и приготовленные упаковки – изъято все. По версии полицейских, двое организаторов незаконного бизнеса получали оптовые поставки наркотических средств – соль, спайс, гашиш, мефедрон, героин, а также прекурсоров к ним. После чего запрещенное вещество фасовалось под более мелкие объемы и подготавливалось для реализации потребителям. С целью сокрытия противоправной деятельности, передачи наркотика, общение между членами группы осуществлялось бесконтактным способом посредством сразу нескольких мессенджеров. Конечный потребитель получал наркотическое вещество, заказанное в интернет-магазине через так называемые закладки. 8 ульяновцев занимались сбытом запрещенной продукции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была ликвидирована нарколаборатория, выпускавшая мефедрон. Полицейские изъяли около полукилограмма различных наркотиков на сумму около 500 тысяч рублей. Заведено уголовное дело по статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В соответствии с действующим законодательством России сбыт наркотических веществ, организованной группой в крупном размере, наказывается лишением свободы на срок до 20 лет.